Ой, трагически. Это, представляешь, это я должна разыскать эскизы своих студентов, которые мне их должны сегодня оставить были. Ну, почему-то не оставили. Ну. Нет, меня просто интересует. Меня просто интересует диск и все остальное. Еще диск. Значит, фотографии наши будут к концу этой недели. На диске все. Как, опять к концу недели? Ну, дело в том, что мальчик, который фотографировал, ну, он до 3 числа. До 3 числа просто сегодня у него был ректорский просмотр, у него были мои, которые дома работают. А Боря, в любом случае, у нас нет статьи, потому что Боря... Ну, смотри, я могу такое вынести в этот пакет? Домой. Да, да. Я думаю, это полбарь. Нет, я переживаю. Здесь будет все это время? Да. Сейчас все сюда. Я пошла. Римская азот. Вот, а сколько изумрудки? Изумруд 2. Вот. Еще чего? Римская лазурь. Я ему не нашла. Да, прошу пожалуйста. Да, я поняла. Ну, тогда уже Боря все попросил, чтобы он это сделал, да? Вот, это будет ко вторник. Ну, хорошо. Ты уже была в Лондоне? Да, много.
Что ты собираешься делать? Изумительный бар можно в Лондоне увидеть, так и в Москве. Да, просто. Стены с граффито, пожалуйста, на этом самом. На Play, на Play или на Стрелке. Ну, в общем, на самом деле, у меня будет лето, чтобы подумать и решить. Конечно же, я продолжу с эскизом. Я тебе честно скажу, что просто делать работу на иностранную тему и потом все время зависеть от недостатка материала. Понимаешь, ну что тебя там может привлечь? Знаем, как Москварика в результате убрали ее розовый этот самый непонятный то ли забот, то ли еще что-то такое, сделали реку с отражением и в общем все нормально. Понимаешь, здесь мы будем, понимаешь ли, думать. Ну, как-то в командировку в Лондон, понимаешь, все-таки там страна далекая, тем более непонятно, какие у нас отношения вообще, и там можно сделать. А, про музей? Да. Да. Ну, понимаешь, так сказать, если тебе вот такое что-нибудь нравится, народ на велосипедах, идиотические какие-то люди, ну, ну, понимаешь, если такое, то это можно тоже найти в Москве. Если так. Ну, я открою заново. Ну, у меня не должно быть проблем с этим. Потому что у меня уже третья виза была туда. И... Ну, естественно, конечно, только если они начнут расширять НАТО так, что решат, что нам не все советские граждане нужны, русские, российские. Ну, надеюсь, что нет. Тоже надеюсь. Свет, я две слова сказала. Я пыталась позвонить Каталин. Скажи, вы не были на этом вечере в Иллюзионе? Были?